Всем большой привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня с вами пойдем в светофор, магазин низких цен. Будем смотреть новинки и ассортимент. Город Курск, улица Карла Маркса. Точный адрес будет в описании под видео. Я желаю вам приятного просмотра. Спасибо за лайк! График работы магазина с 9 до 21, без перерывов и выходных. Именно по этому адресу мы давно уже с вами не были, поэтому хочется посмотреть, что же здесь у нас продают. По мебели стол кухонный ЛДСП, 1700 он стоит. Мебели, в общем, много. Вот этот стол универсальный за 708 рублей, небольшой есть. Доска знаний, вот такой вот набор там идет в комплекте, он на магнитах. С другой стороны, можно рисовать мелком. Стол складной туристический, он очень многим понравился. 572 рубля, ЛДСП. И из бытовой химии тоже смотрю, что много всего. Лейки. Так, смотрите, здесь еще белый стол. Сейчас обойдем его с другой стороны, чтобы посмотреть. Вот он столик, он белого цвета, с ящиком, ящик с другой стороны. Мы его уже с вами открывали, ящик, это получается задняя его часть. Но цена сейчас не указана, но мы его уже с вами видели. По-моему, если я не ошибаюсь, он был не белый, был такой коричневый, но здесь еще представлен белого цвета. И идем с вами дальше. Мне нравятся очень вот эти вот садовые столы, потому что у них такая прям конструкция, знаете, серьезная. Я думаю, что ничего разъехаться и сломаться не должно. Единственное только, что дерево не обработано совершенно. Можно чем-нибудь его обработать. И вот цена 1884 рубля. Может быть, кто-то из вас уже покупал. Напишите, пожалуйста, отзыв. Скамья со спинкой на металлокаркасе. 1440 рублей. Смотрите, как красиво поставили здесь в светофоре. Стул. Софтлайн, 1041 рубль, только темный и вот такой вот серый цвет. Ну и стол, конечно, тоже я считаю, что это недорого, потому что он не качается, достаточно такой плотный, симпатичный. И давайте пройдем с вами дальше. Табурет, 273 рубля, до 110 килограмм он выдерживает. Дальше, смотрите, здесь надели вот эти вот чехлы на стуле, чтобы наглядно было видно. В принципе, смотрится хорошо. А стул это тот же Softline. Напомню, что чехол на стул стрейч, он тянется здорово. И в ассортименте разные расцветки. 303 рубля за два. Получается, их в наборе два. Есть однотонные, есть разные пестрые. Этажерка для обуви. Три полки. Но конструкция, мне кажется, что не очень. Все такое хлюпенькое. Стоит 367 рублей. Она небольшая. Я думаю, что этим будет выигрывать. И я думаю, что летнюю все-таки обувь, конечно, выдержит. Только коричневый цвет на ножках. Здесь у нас подушки, одеяло и матрацы. Смотрите, матрац 80 на 200. 1015 рублей. Съемный у него чехол, то есть очень удобно, он на молнии, можно снять и постирать при необходимости. Одеяло лебяжий пух, двухспальное, 641 рубль. Такие, конечно, они, как я говорю, всегда летние варианты, их очень-очень много. И то же самое по подушкам. Есть эконом по 172, 70 на 70. Есть подушка вот лебяжий пух, 70 на 70, 265 рублей. Отзывы разные, кому-то нравится, кому-то нет. Полотенце махровое в ассортименте. Это очень хорошо, есть выбор по отличным ценам. Цены от 45 рублей. 45 рублей стоит у нас крупная вафля. Вот такого вот плана. Смотрится здорово, цвета разные. Впитывает влагу очень хорошо. Вот по цветам. Вот эта вот недавно моделька появилась. Данное полотенце 50 на 80 по размеру и стоит 122 рубля. Расцветки тоже есть разные. Вижу, что здесь есть обувь детская. Вы спрашиваете всегда,
где она есть в наличии. Я вам всегда ее показываю, но очень хорошо ее разбирают. Не всегда вообще вижу ее. Только, наверное, второй магазин у нас в городе, где она есть. Цена 201 рубль. Для мальчиков и для девочек. Внутри у нас натуральная кожа. Сверху, конечно, искусственная кожа. И внутри даже есть чуточку такой супинатор, то есть немножечко будет закос под ортопедическую. Заметила еще одну особенность, что носики везде закрытые. Здесь вот только чуть-чуть будет проветриваться, скажем так. Производитель — Республика Башкортостан. Хочу вам еще подсказать, что здесь очень хорошие есть брюки детские по 183 рубля, возраст от 3 до 12 лет. И я уже такие покупала несколько, 3 или 4 пары разных я брала по дизайну, по цвету. Уже они стирались не раз, отличного качества, не сели, не потеряли свой цвет, рисунок. Внизу на удобном манжете, наверху резинка, чтобы удобно было ребенку самому надеть. И вот можете посмотреть, они есть яркие, для девочек и для мальчиков подходят. Ну, такие больше спортивного стиля, но по качеству очень хорошие, повторюсь. И еще для девчонок есть вот такие вот как бы лосины, они уже по 220 рублей, тоже разные, но в основном маленькие размеры, немножечко там даже есть как махрушка. Вот эти, например, желтые, сделаны вообще штанишками, все на резинке, удобное, тянется. Присмотритесь, кому нужно. Тоже вижу их не везде. Именно в этом магазине в прошлый раз я покупала такие штанишки. А пониже у нас новинка. Первый раз встречаю обувь домашнюю в магазине «Светофор» в городе Курске. 115 рублей стоит одна пара. Давайте посмотрим. Приятный на ощупь. Носок открыт. Разные по цвету. Немного как войлочная здесь основа. Но она не пушистая, я думаю, что будет приятно и летом тоже, за счет того, что носок открыт. Есть и мужские, вот, к примеру, синие, и женские. А, смотрите, есть и носочек, чтобы был закрыт, кто любит так. Я думаю, что это отличная цена. Дешевле я еще комнатных тапочек не видела. Футболка женская, большие размеры, приятная расцветка. 228 рублей, размерный ряд с 48 по 54. 95% хлопок, 5 эластан. Производитель — Республика Узбекистан. Еще появился здесь сарафан женский, 100% хлопок, 115 рублей, размерный ряд с 46 по 56. Здесь есть, в принципе, размеры. Очень мне понравились, фасон такой интересный. Два цвета на выбор, кармашек на одном есть, на лямках как маечка, ну, в общем, хорошенькие домашние сарафаны. Кружки, керамика, 340 миллилитров, 47 рублей, тоже давно их не встречала уже в светофорах, разбирают их хорошо, здесь еще есть, всегда они были в двух расцветках вот таких. Такой же, в принципе, ассортимент, как и везде. Тарелки эти появились у нас во всех светофорах, что радует. А вот такие вот сахарницы или конфетницы пропали отовсюду. Теперь их встретишь редко. Стеклянная, производитель — Паша Бахче. Такая мини-вазочка на ножке. 40 рублей. Часы картина. Увидела вот этот цветочек, решила вам показать, какой он яркий. 263 рубля стоит. И механизм тихий. Очень красивые расцветки клеющихся столешниц. 143 рубля стоит. 120 на 80. Термостойкая. Не толстая, такая тоненькая. Посмотрите, какие классные. Есть яркие. Более однотонные. И цветастые. Здесь прям выбор огромен. Варенье малиновое, 110 рублей за 800 грамм. Покажу вам сейчас состав. В составе ничего плохого нет. Малина, сахар, загуститель пектин, регулятор кислотности, лимонная кислота и консервант сорбат калия.
Но я хочу сказать, кто еще производитель. Брянская область. Я такое покупала. И знаете, больше похоже на джем. Есть немножечко привкус такой химозный какой-то. Но в целом, в принципе, как джем, очень даже сойдет. Протертые с сахаром апельсины и лимоны здесь есть. И то на выбор по 84 рубля за 570 грамм. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне очень нравится. Особенно в чай добавлять. Друзья, вы часто спрашиваете, почему я не показываю продукты, а в основном показываю бытовую химию, одежду в магазине «Светофор». Все дело в том, что показываю в основном вам новинки, а в продуктах тоже выискиваю что-то новенькое. Ассортимент всегда очень полный. Здесь всегда очень всего много. Ну, как бы по новинкам ничего нет. Единично, когда что-то нахожу, всегда вам показываю. Если вам нужно прям что-то отдельное из продуктов показать, вы пишите в комментариях, какой отдел вас интересует. Сладости, консервы или макароны. Может быть, колбасные изделия. Ну, вот как-то так хотела вам ответить, потому что многие спрашивают. Многих интересует здесь большинство продуктов. Ну вот сейчас вам покажу вот так это общим планом. Ну, все, что здесь есть, мы уже видели не раз. Разное по составу. Здесь у нас ассорти из конфет, 151 рубль. Давайте посмотрим, здесь килограмм, я так понимаю. И входит сюда леса амазонки, молочная дольче, груша и вот такая вот коровка. Сладости здесь продолжаются, еще их целый ряд. На противоположной стороне у нас разные засолки, кетчуп, Балтимор, к примеру, с луком и чесноком. 30 рублей за 350 грамм. Большая упаковка пасты томатной. Стоит 47 рублей, и здесь 1000 грамм. Хочу посмотреть, кто производитель. Ростовская область. И в составе у нас вода питьевая, паста томатная, сахар, песок, соль пищевая, крахмал картофельный. Если такую покупали в Светофоре, напишите, пожалуйста. Консистенция вроде нормальная. И рядом еще одна большая упаковка, тоже томатная паста. Это стоит уже 102 рубля за 1 килограмм. Мне кажется, что здесь она погуще, эта консистенция. По цвету, в принципе, они одинаковые. Посмотрим, кто производитель. Также Ростовская область, город Ростов-на-Дону. В составе продукты томатные концентрированные, вода питьевая, сахар, песок и соль пищевая. Пишите обязательно, кто пробовал. Здесь, смотрю, появилась новинка в консервах. Это тюлька, 39 рублей за 240 грамм. Давайте посмотрим, что тут у нас по составу. Не разделанная в томатном соусе, сделана в России. Кто у нас производитель? Вижу, что есть ешки, смотрите, в составе. Республика Крым, производитель. Вот такой чай обнаружила. Когда-то давно я вам его показывала, потом он как-то пропал. 88 рублей. Он черный, мелколистовой. 400 грамм здесь в упаковке. И изготовитель у нас Россия, город Новосибирск. Смотрите, какая новинка появилась. Мука пшеничная, хлебопекарная. 128 рублей за 5 килограмм. Воронежская область, производитель. И вот здесь вот посмотрим, что за информация. Высший сорт, 5 килограмм. Может быть, вы уже такую успели купить, затестить. Напишите, пожалуйста, отзывы. И вообще, появилась ли она у вас или нет. В холодильнике есть креветки за 1 килограмм. 183 рубля. Ну, конечно, они очень замороженные. Каждая маленькая креветочка в таком льду, что я не знаю даже, сколько здесь будет. Давайте посмотрим, что у нас нового в холодильнике. Вот сразу вижу, что есть сливочный плавленый сыр без заменителя молочного жира. Стоит он 100 рублей. 50% жирности.
поближе вам покажу состав. Новое масло появилось, крестьянское, сладко-сливочное, не соленое, 500 грамм, 72,5 массовая доля жира, стоит 91 рубль. Ну, остальное вижу, что ассортимент полный, но новинок пока не вижу больше. Всего очень-очень много. Пишите вообще, как часто у вас новинки приезжают. Друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч. Всем пока.